When I am in front of my piano, I never think I am playing. Когда я сижу за пианино, я никогда не думаю о том, что я играю, потому что в этот момент каждая нота имеет свою вибрацию, свою энергию вокруг тебя. И я использую эту энергию, чтобы играть. Например, я не могу играть просто по нотам или сыграть одну ноту по несколько раз, чтобы выучить их. Но я могу почувствовать ту энергию и те эмоции, которые появляются при игре самого произведения. И я пытаюсь обуздать ту энергию, когда заставляю клавиши фортепиано двигаться. Когда появляется эта энергия, я просто отключаю свой разум. И в этот момент остается только мое тело и пианино, а играет уже моя душа. Когда я играю эту композицию, я не здесь, не с вами. В этот момент я в Сахаре, верхом на своем верблюде. Я смотрю в небо, закутавшись от солнца, чтобы мое лицо не сгорело. И я говорю: «Да, сегодня жарковато». Говорю не с интонацией изможденности, а с чувством удовольствия от всего происходящего. It's hot. No, I said, oh, it's hot today, but I have a big pleasure this moment.